Правило, часть вторая. Закрыто. Иду в другое место. Продолжение следует. Часть третья. Так вот, в субботу отправить посылочку. Вот второе место закрыто. Сейчас иду в третье. Третье будет закрыто, пойду в четвертое. После четвертого в пятое. Что еще делать-то? Погода хорошая, что еще делать? Так гулять не пойдешь, а тут одно место закрыто. Хоп, пошла дальше. Второе закрыто, дальше пошла. Так, километры наматываешь, свежим воздухом дышишь, смотришь, что происходит. Классно. Пошла рисовать сейчас. Масочку бы одела, надела. У меня проблема с этим словом «одела», «надела». Я все время его говорю неправильно. Не знаю, как отучиться. Правильно говорить «надела». Ну, а я «одела», «одела». А потому что я выросла в Калининграде. Там у нас многие так говорили, мне кажется. У меня очень много калининградского. И много неправильно. Мама, так как учитель русского языка и литературы, она меня постоянно исправляет. И вот я никак не могу избавиться от этого неправильного слова «одела». Так что вот так. История про пасмурную погоду. Написано было пасмурно. Вот пасмурно. Без очков идти невозможно. Планетариум. Впереди меня Берлин. Александерплац. В кадр попал. Иду, вообще ничего не видно. В очках. И классно, лето. Может сейчас такое случится, я сейчас дойду до того места, не знаю, будет оно открыто или нет. Я вообще до своей художественной мастерской не дойду. Пойду, прогуляюсь и потом включу усилитель, возьму гитару и поехала. И может дам концерт. Да, в такую погоду не хочется никакую маску надевать и этими красками дышать, но... Ну, посмотрим. Сейчас решу, пока дойду. Посмотрим, какие будут ощущения. Сейчас здесь нахожусь. Мой светофор включился. Чем вы занимаетесь на выходных? Наверняка где-нибудь отдыхаете, там кто грилит, кто на море, да? Или кто что делает? Кто на огороде, там, на даче, то пишите, если хотите. Вы так же, как я, от концерта до художественной мастерской, туда и обратно ходите.